Сегодня у нас в гостях играет Тимур и Ко. Он играет уже не первый раз, уже несколько было сессий у нас, да, Тимур? Да. Вот. Я, по-моему, пятый раз здесь. Пятый раз здесь, наверное. Больше всех артистов Тимур играет. У него, как правило, приходит с ним вот, публика, вот, красивые девушки, как это случилось и сегодня, на самом деле. Так что большой молодец. Вот. Какую программу ты сегодня представишь? У нас сегодня программа отличная от прошлого раза, то есть мы дополнили новыми и редкими песнями и изменили порядок еще. Поэтому у нас, допустим, в прошлый раз «Только ты» была в конце, сегодня мы начинаем с этой песни «Только ты». Хорошо. The best программа. Ну, то есть, да, как бы новые лучшие песни ты написал в посте. Новые лучшие посте. Песни, прекрасно. Да, новые лучшие. Ну что, давайте огромный шар сегодня у нас в гостях Тимур и Ко. Давайте поаплодируем артистам на сцене. Еще хочу представить своих музыкантов. Саша Петрушкевич – бас, Олег Викторов – перкуссия, конкретно тамбурин сегодня, и я, Тимур Никитюк, на гитаре и основной вокал. Ребята также будут кое-что петь и подпевать на бэке. Все, начинаем. Бессонные ночи, короткие дни, друг друга тоскливо сменяют они. Сквозь тучи не виден не солнечный свет. Я даже не знаю, живу или нет. Только ты спасешь меня, только ты мне дашь огня, только ты продонишь тьму, только ты одна. Но чашу терпения я выпью до дна. Тебя не забыть мне, и я буду ждать, когда мое сердце забьется опять. Только ты спасешь меня, следующая песня будет называться «Это сон».
какой? Thank you.
Хорошо. Да, на гитаре хотелось сначала. Да, раз. Сейчас. Попробуем поправить этот камер. Что у нас? Минорный плюс? Дальше у нас немножко грустная песня, называется «Минорный блюз». Yeah.
Дальше у нас повеселее. Песня называется «Полный вперед». Герои. Музыка моя, слова Олега Викторова. Премьера. Сообщение пришло.
Саша присоединяется к нам к этому, с декабря прошлого года. То есть, как это так? В январе. В январе Саша присоединился, а мы с Олегом, получается. Полтора года. Полтора года. Занимаемся. Как давно ты пишешь песни, как давно ты пишешь музыку? Скажи, пожалуйста.
песни начал писать в 16 лет. Ну, там было про любовь, конечно, там, две или три песни писал в 16. Потом в 17 уже писал много песен. В 17, 18, 19, 20 лет уже очень много было песен. Как раз я был студентом, у меня было свободное время и желание писать песни. Как бы ты назвал свой стиль? Хороший вопрос. Ну, наверное, в основном это лирический поп-рок. Есть блюзовые песни, есть рок-н-роллы, хотя их мало. Есть даже немножко тяжеловатые песни, вот как хард-рок. Вот сейчас вспомнил в стиле хард-рок такая песня. Вот. Ну, то есть мультижанровая, но обязательно главный критерий, чтобы это было мелодично и несло какой-то позитивный заряд и смысл. Даже если песня грустная, она не... То есть я избегаю злых песен. То есть мои все... как... мне кажется, все мои песни добрые. Вот. Позитивные или хотя бы добрые. Да. Даже грусть бывает же... Ну, грусть, в принципе, грусть — это доброе чувство, по идее, да? Вот. А мрачные, злые песни я не люблю и не пишу. Хорошо, хорошо. А сколько у тебя, например, альбомов? Или сколько песен? Ну, альбомов, наверное, пока мало, потому что я выпускал альбом только один, и то небольшой, но песен много. То есть уже сейчас перевалил за 50 песен авторских. Да, хорошо. Какую следующую песню вы хотели бы исполнить? Следующую песню? Это, кстати, немножечко в ту тему, что Тимур сказал, он такого не пишет. Вот, поэтому немножко грустно. Вот, собственно, я рефлексию писал эту песню следующую. А следующая песня написана Сашей. Вот. И музыка, и слова. Поэтому мы... У нас премьера Саши как композитора и как поэта. И еще как вокалист. Я только подыграю. Двадцать или четыре? Громче. Вас, да? Нет. А, вас. Микрофон? Микрофон. Чуть-чуть. Ну-ка, говори. Раз, два. Раз, два. Пойдет? Ниже чуть-чуть. Поменьше. Так? Давай. Водички можно еще? Водички.
бы сказал, шампанского все. Ну, если просят про отлить, конечно, это можно сделать. Все сделано. У нас дальше тоже баллады. Немножечко более. Одолжи мне, милый друг, когорт. Я весной верну его назад. Ты прости меня, листок, я бы рад тебе помочь. Только я отдать бы мог не огонь, а грусть и ночь, увы. Прошлогодний
братьях. И братья проходят мимо, братья спешат куда-то. Братья, мы все одна семья. И нас очень много, и мы видим солнце. Мечтаем и любим, а счастье рядом возле нас оно. Искать не будем, мы лишь возьмем его. Мы остановим свой житейский берег. Калипсо. В Калипсо, ну да, в Калипсо играли. Давновато, правда. Это в Коктебеле. Бар. Музыкальный бар в Коктебеле. Это где, это под Брестом? Коктебель — это Крым. Это Крым. У вас международная карьера там получается. Да, как приступ. Куда занесет, там и играем. Хорошо. О чем следующая песня? Следующая песня про билет на завтрашний день. Это блюз. Окей. Поехали. Раз это блюз, я даже надену шубу. Ну как блюз? Это блюз, что-то среднее между блюзом и шансоном, но я считаю это блюзом. Интересно бояться.
от безвестности боюсь, честно говоря. Есть тщеславие, поэтому хотя бы чуть-чуть известности. Ну и потом даже это не то, чтобы лично я, просто знаю, что, ну, как мне верится, что мои песни хорошие, мне хотелось бы, чтобы как можно больше людей у них услышали и полюбили. То есть мои песни, как-то я говорил уже здесь один раз давно, что мои песни — это мои дети. Вот, поэтому я их люблю и хочу, чтобы их любили другие люди тоже. Хорошо, давайте. Будем слушать. Какая следующая песня? Следующая песня называется «Мой криптонит». Значит, музыка моя и слова Олега Викторова. Наш перкуссионист. Это его вторая песня в сегодняшнем концерте. Я не хочу умирать.
такой немножко тяжелый рок уже второй раз. Ищем новые жанры, новые формы. Дальше следующая песня называется «Вечерний блюз». То есть мы опять возвращаемся к блюзу. Это любимая песня моего папы, который сейчас там увлечен беседой. «Вечерний блюз». Ой, воскресный. Тут очень много блюз. Воскресный будет попозже. Как он называется? Удачно жениться или выйти замуж? Ой, это как бы вообще из другой оперы. Так, это понятно. Но была такая передача. Любовь с первого взгляда я участвовал. Да. Меня даже выбрали две девушки, но я выбрал третью. Ну, значит, удачно. Ты продолжаешь заниматься творчеством. У них такое счастье. Так и должно быть. Хоть бы одна меня выбрала. Но я очень сильно промазал. То есть три девушки играли. Мне выбирают две. Я выбираю ту, которая меня не выбирает. Я 40 лет мажу. Так, наверное, немножко микрофон потише, да? Я так все отлично. Как слушай, да? Родилась ли песня после вот такого участия? С таким названием, там, три как-то. Это было давновато. Давновато было, я не помню. Ну, ты уже школу закончил к тому времени.
Это был 96-й год, по-моему. В 96-м я очень много песен написал. Вел программу Борис Крюк. Да, Борис Крюк и Алла, фамилию не помню, Алла какая-то. Алла Волкова. Волкова, да, возможно. Это жена его, дочка Александра Ворошилова. Она? Будущего. А он приемный сын. Ее будущего... А, зять. Зять Александр Ворошилов. Сейчас дальше что-то как-то. Хорошо, мы как-то отвлеклись от музыки, давайте продолжим. О чем следующая песня? Следующая песня называется «Ты очень красивый». Спасибо. Ну, давайте. Как раз песня того самого года. 96. А, что там? Послушать. Я тебе, например, рекомендую поучаствовать, поехать, послушать фестиваль. Ну, например, платформа под Москвой он проходит. Каждый год проходит. Я вот там дважды уже был. Выступал однажды. Там вот, не только бардовская песня. Там не только бардовская песня, там все музыкальное сообщество. Альтернативное, традиционных очень мало на самом деле. Все-таки вот альтернативщики, которые пытаются выразить себя, ну, не только традиционными там способами. Куплет, припев, но и какие-то перформансы они делают постоянно. Да. То есть это туда влиться, что-то почувствовать, посмотреть, почувствовать этот нерв, который тоже оголяется на сцене у артиста, да, потому что, ну, интересно слушать и смотреть, как вот человек, который выходит на сцену, он что несет? Свою последнюю правду. Там, если это песня о любви, значит, там он должен разбежаться и прыгнуть со скалы. Здравствуйте. Кстати, будет у меня такая песня, есть такая, про прыжок в пустоту. Ну, может быть. О чем следующая песня? Следующая песня про иностранку. Ну, песня немножечко ироничная. Почти с юмором. Почти с юмором. Хорошо. То есть это в каком-то смысле это пародия на ранние песни Виктора Цоя, то есть а конкретно на «Восьмикласснице». Супер. Но это пародия. Поехали.
То есть, ну, то есть поймите, что это как бы ну, не столько пародия, сколько подражание. То есть здесь не будет такого прям уже юмора, но что-то будет. Если запланирован перерыв, то это прекрасно. Перерыв. Да, давайте сделаем перерыв. Давайте я завалил свежий чай. Спасибо за внимание, за аплодисменты. И теперь перерыв, перекус. Да, курить можно у нас во дворе, пить чай можно здесь, в помещении. В туалеты справа по коридору. Знаю, что у нас проходит вечер, и можно отблагодарить музыкантов, положить денежку в баночку на столе. Чай бесплатен от нашего спонсора компании «Велтерия». Потому что у нас в Беларуси это самый лучший чай. Об этом знаем с вами. А печенье нас угощает, где наша Аленушка в красном платье. Давайте ей похлопаем. Это домашнее печенье от Аленушки. Сегодня есть еще чурчхелла, да? Это обычно делается мало, но это у нас красный виноградный сок. Мы строили репертуар таким образом, что в первом отделении у нас были новые песни и редкие песни, в частности, которые не вошли в прошлый видеоконцерт, видеоверсии. Вот. И сейчас будут песни, которые уже наши постоянные зрители видели, слышали. Вот. Но тем не менее. Так называемые устоявшиеся критерии. Ну, скажем так, лучшие. Вот как вот новые песни были первое отделение, лучшие и старые, значит, у нас. Ну что, мы готовы? Давайте похлопаем. Песня называется «Я устал от тебя». Ты можешь отправить
скажем так, я поскольку люблю Джимми Хендрикс, эта песня была написана под влиянием Джимми Хендрикса. Следующая песня, мы считаем нашим попсовым хитом, называется она «Слезы под дождем». Динозавры красивые. Спасибо. Не можешь подойти к ней.
Следующая песня называется «Девушка в трамвае». Кстати, меня про нее сегодня спрашивали на перерыве. А что девушка? Девушка. Аннушка разлила масло. Да. Девушка в трамвае едет. Может, есть ли что-то светит? Все встает. Олег Карпенко еще ее пел. Ага, круто. И по радио он звучало в его исполнении. Олег Карпенко. А с девушкой что-то получилось? А, нет, что песня получилась. Ну, это песня «Фантазия». Трамвай тоже. Просто понравилась девушка в троллейбусе. Кстати, мне понравилась девушка в троллейбусе, но троллейбус не подходил в ритмику и в рифму вообще никак не подходил. Пришлось ее трамвай заменить. Такая вот история. Ну, она вышла, конечно, где-то там на своей стороне. Зато я сочинил песню. Я в таких случаях не отпускаю. Я не так давно, она вышла в дальнюю дверь. Следующая песня называется «Я лечу, как хочу». Наш хит «Детский флагелей». Я
полечу, как хочу, я все горы подлечу, никого лечу, не желаю, я лечу, как хочу, я все горы подлечу, никого лечу, не хочу. Концерт, но я над этим буду активно работать, думать и не работать. А 18 января? А 17 января? А вот 17 января хотелось бы, да, к вам попасть. К вам. Мы пока на январь не бронируем. Ну, имейте в виду, у меня 50 лет 18 января будет. Ой, мой день рождения 17 января. Да. Ваш день рождения. А мой будет в субботу. В субботу как бы нереально, а 17 января будет. Да, слушай, посмотрим. Следующая песня называется «Анечка». Тоже как бы наш хит. Как хотелось бы думать. Слова написала моя подруга Аня Тертычная, а музыка моя. Вернее, даже скажем так, что это были стихи, а не стихи, на которые я положил музыку. Получилась песня. Анечка, Анечка,
Вроде как лучше, чем прошлый раз. Намного. Сыграем. Следующая песня «Близорукий странник». Исполняет Олег Викторов. Но похоже, да? Мы тогда еще в школу ходили. Это тайна. Driving home to Christmas, если можно. Следующая песня называется
Можно ее назвать хитом? Солнечный ветер. Кто так был? Только за большие деньги. За маленькие не продам. Лучше за маленькие сам буду петь. Связаться с Аллой Борисовной предложить. Ну, я думаю, что здесь нужно поп-рокеров искать, мелодичных каких-то. Ну, типа, вот даже вот «Ночной снайпер» какие-нибудь. Хотя там женские песни. У меня все-таки в основном мужские тексты. Ну, а среди белорусских исполнителей? Кого ты видишь, кто бы наилучшим образом, может быть, Егор, кстати, о «Ночных снайперах». Так, пару слов. Значит, нас... Вас не слышно в этом самом. Значит, нас показали по российскому телевидению. Микрофон. Был... Микрофон. Да. Был фильм. Давайте еще раз. Был фильм о Коктебеле. О Коктебеле, так? Значит, рассказывать про Коктебель. И завершалась эта передача песней, которую мы написали вместе с Тимуром, песни про Коктебель. Встреча будет в Коктебеле. И подача была от «Ночных снайперов». Они нас увидели и нас подали в фильм. Круто. Кто из белорусских исполнителей мог бы? Ну, вот,
исполнить твою песню. Бургагин. У меня своих хватает. Ты сегодня сложные вопросы задаешь. Не знаю, может быть, кто-то подскажет. Ну кто? Ну. Без нот. Есть ли у нас поп-рокеры? Остались ли? Давайте зал попросим. Кто может спеть песню Тимура? Без нот. Без ног? Без ног. А, без нот? Без ног. Какой-нибудь низкий мог бы, наверное. Они поговорят. Зачем, когда и так белорусы живут и поют? Почему нет? Это есть еще... Ну, наверное, я плохо пою, если такие мысли есть, чтобы кто-то другой спал. Зачем? Еще один способ продвинуть себя, так сказать, в сети, в реальной жизни. Почему нет? Интересно. Я не против продать на исполнение, но... Конечно, не против. Ну, кстати говоря, две песни, я две песни на исполнение продала. «Девушка в трамвае» и как-то англоязычная песня. Я уже... Я уже даже забыл, как это называется. У нас слушай, а как это происходит? Вот ты написал песню, и ты думаешь... Вот с «Девушкой в трамвае». Ты ее где-то исполнил, записал на радио, и потом кто-то к тебе обратился, да? На радио уже Олег играл исполнение Олега. А, уже Олег. Да, то есть мое исполнение на радио не было. Вот. Так получилось, что мы просто были знакомы, и я ему показал, ему понравилось, и он спросил, а можно я ее... Саранжирую, спою, говорю, да, я... За деньги, еще... да, за деньги. За небольшие, там были совсем... Пришло время открыть карту. Были совсем... My father's son. Кто думает, что писал? Не может быть. Тот-то и оно. Окей, хорошо. Пошел сброс со стороны постоянных резидентов фанатского клуба. Продолжим наши песни. Аплодисменты. Немного меняем жанр. У нас сейчас будет некое подобие гранж-рока под, скажем так, песня, под влиянием, под впечатлением от Нирваны. Мне захотелось тоже какую-то такую песню, чтобы на Нирвану была похожа. Она не такая злая, но тем не менее это гранж. Называется «Деньги и кровь». Oh,
больше нет. Деньги и кровь не убьют нас, любовь. Это бред, что любви больше нет. Деньги и кровь не убьют нас, любовь. Энергетически затратная песня. Ну что, вот следующий, это точно затратная. Так, зачем вот две затратных песни поставили рядом? Так было задумано. Какой там поступщина? Называется «Я студент по жизни». Посвящается русскому панк-року. «Ночная звезда». Я стихи, текст к этой песне посвятил Виктору Цу. Не скрою. Домой.
пришло время спеть балладу, причем на белорусской мове. Пару блюзов пропустил по шляпе. Прошляпил пару блюзов. Так, ну у нас сегодня последний блюз в нашей программе. Называется «Мой воскресный блюз». Не пою, зачем?
здесь со мной была. У тебя другая жизнь. Ты чья-то мама и жена. А на улице мороз. Я играю песню грез. Никто не слышит мой воскресный блюз. В самом разгаре, они готовы слушать и слушать. Автостоп. Ваша программа хитов. Что у вас еще есть в арсенале? Ноты заводили. Тимур, тихая бухта. В тихой бухте? Ну, это если только я одел. Ну, в смысле, с Олегом. Потому что Саша не репетировал. Да, ну мы вдвоем сыграем, да? Так, у нас последняя песня основной программы. Называется «Девочка» на стихи Николая Гумилева. Стихотворение сочинено в 1917 году. Моя музыка в 1996 году положена на эти красивые стихи. Не в силах смотреть и дышать. Я глаза закрываю рукою, о тебе начинаю мечтать. Я девушке тонкой и тонкой, как тебя увидали бы все. А девочке тихой и скромной, наклоненной над книжкой Мюссе. День, когда ты узнала впервые, что
стрела надувала глаза. Почему по прибрежьям безмолвным не сноситься квартал золотым? Почему по светящимся волнам не приходит к тебе серафим? И я знаю, что в детской постели не спалось вечерами тебе. Сердце билось и взоры блестели, а большой ты мечтал о судьбе, а большой ты мечтал о судьбе. Чтобы люди тебя называли счастьем лучшей надеждой своей. Этот мир не слукавил с тобою и внезапно прорезала тьму. Ты явилась слепящей звездою, хоть и всем, только мне одному. Но теперь ты не так и забыла все, чем в детстве ты думала стать. Где надежда, весь мир как могила, счастье где? И таинственный твой собеседник, вот я душу мою отдаю за твой маленький детский передник, за разбитую куклу твою, за разбитую куклу твою. Тимур, и неожиданно. А может быть, как тебе? Да? Как вы смотрите на «Я устал от тебя» на бис? Нет? Да, давайте что-нибудь на бис исполним. Я бы еще раз с удовольствием послушал «Девочка в трамвае едет». А девушку? Потому что она устала от тебя как-то. Не среагировали люди. Смотри. А? Мы готовы еще раз услышать эти хиты. Ну, Саша, я еще не помню. Ты стопу можешь играешь? Я не помню. Так, так поедем. Вот что? Под девушку? Да. Под девушку? Конечно. А, 4-2? О, ё-моё. А я забыл сейчас. Другая песня.
эта песня, и хочется второй раз услышать ее снова. Самая первая? Да. Почему? Вот эти гитарные. Красиво. Только ты? Бессонные ночи, короткие дни. Это? А два? Бессонные ночи, короткие дни, друг друга тоскливо сменяют они. Сквозь тучи не виден мне солнечный свет. Я даже не знаю, живу или нет. Только ты спасешь меня. Только ты мне дашь огня. Только ты. Тебя не забыть мне осталось лишь ждать, когда мое сердце забьется опять. Только ты спасешь меня. Только ты мне дашь огня. Только ты прогонишь тьму. Только ты, кого люблю. Любовь и мечты, зачем повстречали тогда я и ты? Зачем ты пленила своей красотой? Зачем потерял я и сон и покой? Только ты спасешь меня. Только ты мне дашь огня. Только ты. На пасашок у нас есть песня «Автостопом», в которой мы с папой часто играли вместе, поэтому... Это ваш папа? Это мой папа. Папа, встань. Покажись. Сля. А? Сейчас, я хочу 400. Имеет значение. Да, вот с возвратом через. О, ты сориентируешься. Без? А чего без? Нет, я спрашиваю. Там. Да? 140 рублей. Автостопом, автостопом, на своей мечты. Автостопом, автостопом.
автостопа, где не был я и ты. Автостопом, автостопом, ей-ей-ей-ей-ей. И 20 без года, она была там. Плохая погода, еще не беда. Она ловит тачку, нарушит запрет. Конечно, вы выпили литр воды, а могли бы виски, конечно. Хорошо. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо, ребята. Что у нас придет на следующий музыкальный вечер? Сейчас мы пороемся в наших записях. Ну что, потихоньку будем собираться. У нас идет прямой эфир, и мне нужно разобраться и объявить, кто же придет на следующую музыкальную пятницу. 18 октября это будет Алина, которая линолеум, и Блонди Майн будет в следующую пятницу. Алина, которая линолеум, и Блонди Майн. И это будет девичий вечер, два отделения, все как мы любим. Мы любим мы совершенно разную музыку. Вот. И приглашаем зрителей, приглашаем жителей хостела. Ведь концепция нашей программы заключается в том, чтобы знакомить жителей хостела, гостей с музыкальной культурой Беларуси, Минска. И уже побывал даже несколько из наших северной столицы, условно говоря. Так что ждем. Блонди Майнд и Алина, которая линолеум, будут греть, взрывать танцпол и
собственно. Ну, маленькая ремарка. Маленькая ремарка. Маэстро, я бы так сказал. Да. Именно благодаря вашим творческим вечерам и вашим да. творчеству в целом, я настолько погрузился в белорусскую культуру. Теперь я действительно себя ощущаю белым русским, а не из Черной России. Поэтому браво! Скоро на море с вами поболтаем, пока учу. Хорошо, спасибо. А ребята из группы КАС меня вообще разорвали просто. Это нечто вообще, это космос открытый. Супер, мы рады, что... Но это вы. Конечно, мы рады, что мы можем потрафить вашему музыкальному вкусу, это все здорово. Приходите почаще, приходите. Анатолий, спасибо вам за такого прекрасного сына. Спасибо. Спасибо. Как у вас все здорово получилось. Молодцы, Василий. Кстати, это мама присутствует. Опачки! Мама и папа. И вот это поворот! Спасибо большое. Я уже узнал, его надо обернуть. Только мама может сказать. Я мама троих сыновей. Спасибо. Скажите что-нибудь, мы сейчас находимся в прямом эфире. Как вам понравился концерт сегодня? Замечательно. Особенно вторая часть. Ребята перестали волноваться, они разогрелись. Как вы оцениваете звук? Замечательно. Все получилось, все было слышно, все слышали каждую нотку, каждую гитару. Спасибо. Вам спасибо, что пришли. Спасибо за такого прекрасного сына. Спасибо. Друзья, наши эфиры подходят к концу. ВКонтакте, в Инстаграме, на неизвестной платформе, а также в других ипостасях нас можно увидеть, нас можно услышать. Подключайте себя к нашему прямому эфиру и будем слушать следующую пятницу. Девчонки, Алина Кура, Линолеум и Блонди Майнс. Спасибо вам, до встречи. Скоро увидимся, скоро фестиваль, скоро увидим всех друзей, всех знакомых. Присоединяйтесь к нам в Витебске 24, 25, 26 октября. Как раз у нас будет здесь выходной год празднования дня рождения Ван Костела. И в эту пятницу мы смоемся и едем в Витебск. До новых встреч. В следующую пятницу прямо здесь. На квартирных. Душевный, классный, с чаем, кофе, чем. До встречи. Пока, ребята.